Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередная посылка с Китая, метеостанция. Что это такое, сейчас все покажу. Но, смотрите, здесь такой вот нюанс. На эту посылку уже кто-то наступил, а внутри все пластмасс. И я не знаю, что там, да и как, но сейчас будем смотреть. Возможно, там уже две метеостанции. Ссылки все в описании под видео. Стоимость, цены, характеристики, все можете там посмотреть. Сейчас надо все аккуратненько открыть на камеру, чтобы... В случае чего было доказательство. Так, вот, коробка пожмяканная. Ну, сейчас посмотрим, как там дальше. Метеостанция, друзья, что это такое? Это у нас как бы такой прогноз погоды у вас в доме. Это и часы, и будильник, и прогноз погоды, и фаза луны там вроде. Короче, и есть даже наружный датчик радио. Ну, сейчас мы все посмотрим. Открываем. Так, внутри больше ничего нету. И вот она, метеостанция сама, и здесь у нас датчик. Коробочка, как она выглядит. Ну, надеюсь, все целое. Так, где она открывается? Вот здесь. И что мы там имеем? С этой стороны вроде. Так. Здесь ничего больше. Ну, вроде все целое. Отлично. Давайте смотрим. Значит, здесь у нас инструкция на китайском языке. Надо будет все разобраться, как тут и что тут. Но потом посмотрим. Сама метеостанция. Это как и часы можете использовать, или будильник себя в дома. Все в пленочках. Давайте вот это снимем. Ну вот она. Ну такая стиленькая, черная. Отлично. Где-то поставить на столе в дома. Так оно все выглядит. Сверху какие-то надписи. Вот можете почитать. Сзади у нас кнопки управления. On, off. Здесь есть батарейка, скорее всего. Вот, он уже работает. Что тут запикало, что-то непонятно. On, включить. Off, выключить. Так, он у меня включен, как бы, да, получается. Короче, сейчас разберемся, смотрим дальше. Дальше у нас блок питания. Вот. Кабель для подключений. И сам наружный датчик. Датчик, значит, вы ставите себе где-то на улице, не знаю, на окне. И он показывает всю информацию про погоду, про температуру вам в дома на этот вот, на эту метеостанцию. Так, что тут, как тут оно открывается, что-то непонятно. А, у нас там отвертка, надо все откручивать, по идее, так понял. И там мы вставляем две батарейки. Ну, короче, вот такой вот блочок, наружный датчик имеется. Это я даже не знаю, что это такое, как бы для батарейки, вроде отсек. Ну, давайте сейчас подключим, посмотрим, как он работает, этот датчик. Этот вообще метеостанция, что она там покажет. Включили. И вот наша метеостанция. Первое, что мы здесь видим, это погода. Значит, здесь у нас солнце, дождь, тучи вижу. Но оно что-то все мигает сразу. Наверное, надо настроить. Здесь у нас время, будильник вижу есть. Здесь у нас температура 29 градусов, 50% влажности. Здесь мигает антенка. Но это, наверное, надо подцепить наш датчик наружный. Здесь вся информация будет работать корректно. Ну и по настройкам сверху. Что здесь за кнопочка? Давайте посмотрим. Значит, эта кнопка. Что-то здесь максимум, минимум. Здесь настройка времени. Эта кнопка. Это будильник. Ну и это у нас переключение между фаренгейтами и градусами. Ну, это все, короче, надо разбираться, друзья. Вот такой у нас домашний помощник. С утра вы встали, вас разбудил будильник, вы посмотрели время, посмотрели погоду, температуру, что у вас творится за окном, датчик у вас на дворе. Это все дело у вас в комнате, под рукой. Ну, что, друзья, вот такая вот штука. Если кому понравилось, ссылочки все в описании. Не забываем ставить лайки, подписываемся на канал. И до новых встреч. Пока.